Вряд ли. Не похоже. Просто фанатики. Looks like the door with the bull insignia marked on the map. Maybe I can find the keys around here. Поблизости? Фляга. Где мне эта фляга? Ладно. Найти ящик для ключей. Он внутри. Хорошо. Ящик для ключей. Ну, скорее всего, это письменный стол. Где же еще могут быть ключи? Это не появлялось. Ну, вот же ящики, ну, здесь же должен быть ключ. Ну, нет. Если здесь будет такое, то я удивлюсь. Пока что эта игра мне нравится. Some son of a bitch killed him in their sleep. Well, always heard it was the best way to go. Ящик для ключей. И тогда эта игра превратится в The Forgotten One, да, если я не ошибаюсь. Зачем ты же здесь? Нужна эта... Нужен этот спуск, нужна эта дырка в стене. Чтобы я сломал себе ногу. Именно. Так, теперь я в замешательстве. Где-то рядом. Вот если бы не было где-то рядом, то я бы вернулся и пошел в лес. Так, там. Да, он убежал с ключами, но тогда я не понимаю, какой это. Просто почему они написали где-то рядом? Вот что смутило. Я говорю, если бы не было этой надписи, я бы уже вернулся, пошел в лес искать яд, потому что это единственное, что я сейчас вижу, или флягу в поле с подсолнухами.
Наверное. Да, скорее всего, мне куда-то назад. Ящик для ключей, он, видимо, очень далеко. Наверное, нужно подняться. А, я хочу пить. Пить. Здесь была водичка. Да-да-да, спасибо. А, в принципе, зачем? Я же могу. Интересно, это время сократит. Можно же выйти в усадьбе, там недалеко. Да. Усадьба. О, в принципе. Ну пусть так. Да. Ну просто Dying Light, Resident Evil. Видимо, эта игра как-то прошла стороной. Так, ну. Кем? А, змея. Это не так страшно. Надо найти фляжку в подсолнухах. Фляжку в подсолнухах и бежать в лес волком. Солид Снейк. Как же в этих зарослях найти фляжку? Здесь, конечно, есть, да? 3-4 места полянки. Птица. Solid Snake. Статуя. Нет, скорее всего, на таких полянках. Статуи на руинах там вряд ли. Там надо было просто осмотреть и взять бумажку. Вот здесь где-нибудь надо искать вот такие. Я их видел, штучки 3-4. Серьезно, она не такого высокого роста, чтобы в этих подсолнухах стоя ее было видно.
Как это было близко. Тише. Вот то есть то, что подсолнухи прогибаются, ему вообще, да, вот все равно. Я не знаю, где искать эту фляжку. Ну вот, да, где-то здесь, но где? Есть еще место с убитой собакой. Ну-ка, здесь можно попить. Хорошо. Вот даже я ничего не вижу. Как меня можно увидеть? Так, вот, да. Вот кровавый след. Где-то... Где-то там что-то было. В следующий раз без проблем. Да, вот тут собака. Вот я больше не видел полянок. Я был на всех трех-четырех. Где-то здесь мухи. Они же должны над чем-то летать. Очень странно. Может быть, конечно, и здесь. Нет, по всей видимости, здесь нету. Чёрт. Не, ну я уйду. Вот и спросил. Не подсказал. Он сам не знает. Ну, здесь еще не был.
Да, 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 да. А, вот она, вот она. Главное не вдаваться. О, фляж. А, теперь можно сюда воды набрать. Полезно. Ну, то есть, как бы, вроде бы нет, но полезно. Здесь все еще тусуется человек с арбалетом. Да. А! Он все еще там. Замечательно. Не вижу другого способа, как. Как пройти через проход. Угу, так, он пошел туда. Успел. Ладно. Оп. Прогулка с собаками. Как я вас люблю. Да, время, скорее всего, идет реальное. Сейчас, ну... О, да, 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 да. Немножко классной музыки. Сюда. Да, да, да. Как-то так. Хотя я не видел, что тут новый лес. Ух. Собачка. Где-то здесь был костер. Это будет довольно неприятно. Так, а квест. Найти ящик для ключей. Он еще. Он где-то около дома. Ну, я уже около соснового леса, поэтому стоит сходить поискать. Поискать, поискать, поискать яды. Да. Да, где-то там. О-о-о. О-о-о. God. She's been mutilated to death. Wait. Jennifer. По-моему. Your mother told me to take care of you, Mrs. West. I'm sorry.
не очень приятное зрелище, что я пытаюсь поднять. Ладно. Минус Дженнифер. Минус Дженнифер. Кроссовки? Да откуда? Почему ты меня держишь? Эй, что происходит? Что с игрой? А, я я почему-то встал, я понял. Минус собака. Тоже неплохо. Там было непонятно, почему я не мог бежать. Зато теперь у меня есть кожа. Я не могу понять, почему, зачем мне кроссовки? Здесь тоже были кроссовки? Да. Здесь можно одеваться. Нет, здесь просто можно одеваться. Вот откуда взялась просто эта собака? Сидела здесь что-то? Плюс выносливость. Неплохо. Надо подлечиться. Знаешь эту игру? Ты знаешь эту игру? Дайте мне сейф. Уже не смешно. Уже страшно. Я не переживу встречу с волком. Какой-то странный сосновый лес. Я иду, по-моему, куда-то не туда. Выход уже к берегу. Зачем мне нужны грибы? Неизвестно. Можно было не так сильно страдать и пройти в сосновый лес с другой стороны. Хорошо. Там вроде как подъем наверх. Вот здесь вот были птички. 100%.
Белые камни. Ага. Я просто не понял, что произошло. То есть такое расстояние она не может перепрыгнуть. Да, так интересно, на самом деле. То есть, когда идет исследование, и ты пытаешься понять, что происходит. Ладно, пойду туда, где были полки, но вообще, вообще вроде как дорога идет здесь, но потом она прерывается, она превращается в, видимо, в навесную дорогу. Вот она идет. А потом... здесь была лестница. Нужно как-то подняться все-таки наверх. Дерево, по дереву можно было бы и пройти. Ладно, надо тогда пробовать вот здесь. Не просто же так здесь этот камень. Ну. Или это в обратную сторону? Нет. Тут она не допрыгнет. Определенно. Тогда не вижу другого пути. Здесь была собака. Как тот, который лежал через волка. Не побежал. Не, я побежал. Вот сейчас я уверен, что я побежал. Первый раз нет, второй раз да. Так. Взять фляжку, не наполнить ее водой. Право или лево? А вот и, скорее всего, да. Да? Да, я наверху. Oh, nice. More rocks and plants. This place is a damn maze. I just seem to be going around in circles. Нет. I have to get over to those mountains. Find a way to the peak. Не. Ты не ходишь по кругу. Все в порядке. Интересная картинка. Да, еще один колодец. Это было у
Джесси, Дженнифер. Дженнифер. Ну, вроде пока иду правильно. Снова лес. Тропинка. Тропинка или... пойти в кусты. Хотя бы так. Этот мостик выглядит безопасным. Что здесь? Передные прыжки. Нет, ладно. Я думаю, стоит сначала посмотреть. Типа безопасен путь. Здесь все-таки кто-то ходил, рубил деревья. Косой, большой, скорее всего. Ну, целое поле. Целое поле, пожалуйста, конопли. Ключ, но у меня уже было 1000 ключей. Я вот уверен, что здесь точно должно быть что-то интересное. Ладно. Еще не берешь? Да не, что не беру. Вода кончается, это плохо. Что не беру, что не беру. Было пиво? А, конопля. Ее нельзя взять. Угу. Здесь пик. А, конец карты, конец острова. Серьезно? Спасибо, не заметил. Может быть, рядом с ним еще есть тайный проход. Он есть здесь.
Ну, я уже очень рядом с местом зелененьким, отмеченным на карте, где есть эти... Да, как я его не заметил. Где есть информация о ядах. Замечательно. Так. Здесь подниматься. Так, 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 подъем, подъем. Вот зачем нужен этот прыжок? Ноги размять? А вот это минус Liquid Snake. Ключ. Ключ. К этому дому нужен ключ. Значит, нужно все-таки прыгать по камням. Не вижу другого выхода. Тут еще можно вот здесь попрыгать. Но нужно ли это? Цепляйся. Да. Да, да, да. Большой босс действительно остался. А-а-а. Нет, опять... нет. Опять меня не побежала. Сейчас побежала. Ого. Сколько здесь еще всего? Наверное, туда. Маленькие-маленькие камушки, большой камень. Волк. Ладно. Возможно, это была ошибка. Нет, нет. Ботинками, наоборот, лучше. Ну вот почему. Ну, теперь я знаю, что я где-то здесь. Волком. Там есть подъем. И очевидно, что нужно идти туда, куда я шел. Ага, ага, угу. Ага, ага, ага. Оп. Как я это сделал? Не знаю. Страх. А дальше-то как? Да ну, нет. Как так? Это уже не смешно. Д-
Да почему? Ага. Замечательно. И еще змея. Все было замечательно. Все, я начинаю ошибаться. Вообще нет. Вначале все было нормально, пока... пока она не перестала бегать.